Здравствуйте, видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Глава 6, номер 2, чему вы научились. В коробке находятся простые цветные карандаши в отношении 5 к 8. Какую часть цветных карандашей составляют простые? Итак, простые карандаши относятся к цветным карандашам как 5 к 8. Чтобы узнать, какую часть составляют простые карандаши от цветных карандашей, нужно найти, собственно говоря, эти части 5 к 8, то есть 5 восьмых частей составляют простые карандаши от цветных карандашей. А теперь, во сколько раз цветных карандашей больше, чем простых? Для этого надо 8 разделить на 5, а это равно 1,6. То есть в 1,6 раза цветных карандашей больше. То есть, другими словами, если нам надо узнать, во сколько больше, мы большую величину делим на меньшую. Если нам надо узнать, какую часть, то значит мы меньшую величину делим на большую величину. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.